Пси. Блять. О, привет. Я хочу показать, рассказать вам о приеме, который поможет снимать закаты и получать классные фотографии без пересветов и жутких теней. Готовы? Поехали. Во-первых, хочу сказать, что для продвинутых фотографов я ничего нового не открою. Однако для новичков гайд точно будет полезным. Ставь лайк, если новичок, подписывайся на канал, если продвинутый. Прием, о котором пойдет речь, делается в два шага. Первый – во время съемки, второй – на постобработке. И первое, что нам понадобится, это дождаться заката. Штатив и спусковой тросик будут не лишними, однако если отсутствуют, невелика беда. Ключевой момент в первом шаге – это делать два снимка одного объекта с разной экспозицией. На первом снимке будет отчетливо видно небо, без пересвета. На втором пересветы допускаются в угоду детализации и освещенности Земли. Некоторые используют для этого брикетинг, но это не мой случай. Хотя, наверное, это было бы удобнее. Два важных условия. Разбежка в экспозиции между этими кадрами не должна превращаться в пропасть. И композиция в обоих кадрах должна быть примерно такой же. Пока солнце не село за горизонт, о наличии штатива можно особо не беспокоиться. Тут уже дело удобства. Однако после заката делать кадры без шевеленки, не поднимая ISO, будет сложновато. Итак, кадры сделаны. Мы приходим домой, садимся за комп. Открываем Photoshop и время шага номер 2. Во вкладке «Файл» находим пункт «Сценарий». Открыть файлы в стек. Находим и открываем кадры, из которых будет состоять снимок. Затем открываем вкладку «Редактирование» и применяем автовыравнивание ко всем слоям. Это особенно актуально, если вы снимали без штатива. Теперь мы кропаем картинку и выравниваем горизонт. Собственно, теперь главное, выделяем наше небо и применяем к выделению маску. Дальше кликаем по маске дважды, откроются ее свойства. Если у вас старая версия Photoshop, то там будут два ползунка, плотность и растушевка, насколько я помню. Нам нужен второй ползунок, мы растушевываем маску, чтобы не было видно границы. Если у вас новая версия, то здесь свойства немного сложнее, однако добиться нам нужно того же. Ищем ползунок растушевка и размываем границы маски. Чтобы маску было хорошо видно, вверху есть выпадающее меню, где можно сменить вид отображения маски. Дальше применяем ту же технику к остальным фотографиям. Вот такой несложный в исполнении прием подымет уровень ваших закатных и рассветных фотографий на новую ступень. Жду ваших комментариев, подписывайтесь на канал и не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями. Наверняка среди них есть начинающие фотографы, они вам скажут спасибо. А я продолжаю готовиться к весеннему трипу, всем пока!